Ребят, всем привет. Сегодня еще попробовал вот накрутить несколько патрончиков. Это пуля шар на 0,9 грамм Ирбиса 410. Пыш пластик обрезанный, дробовой, и остаток забит салфетками. Следующий патрон — это у нас 0,9 Ирбис 410 на 17 грамм дроби номер 7. Тоже попробуем, посмотрим. Видите, завальцовочка уже получше стала. Стараюсь, учусь. И еще один вот я сделал. 0,7 Ирбиса 410 на 16 грамм дроби номер 7. Тоже видите, да, завальцовочка весьма неплохая. Тоже хочу попробовать еще раз на работу автоматики. 0,7 навеской я уже стрелял. Автоматика у меня сработала, но вот для закрепления успеха решил попробовать еще раз. И сейчас по возможности попробуем съездить, отстрелять их, посмотреть, как что вообще они будут. Результат с навеской 0,7. Как вы видите, ни одна дробина не вошла. Это у нас ДСП 2-сантиметровая, ни одна не вошла. Скажу больше, все срикошетило. А нет, вот одна таки вошла, застряла, а все остальное срикошетило и прилетело мне назад в ноги, в руки и в лицо. Ну, не сильно, но неприятно. А это у нас навеска 0,9. Но из всей навески, как вы видите, попадание есть. Но я что-то не пойму, дробь там есть, нет? А, есть, да, застрявшие дробины есть. Результат гораздо хуже. Тоже 2 сантиметра. ДСП не насквозь. И сейчас попробуем самодельный патрон с пулей шар. Навеска 0,9 Ирбис 410. По той же ДСП. Дистанция метров 11-12.